Катарская благотворительная организация является одной из крупнейших неправительственных благотворительных организаций, завоевавших лидирующие позиции среди стран Персидского залива. Организация основана в 1992 году. Уставными целями являются развитие катарского общества и обществ других стран. Катарская благотворительная организация является консультантом при Организации исламского сотрудничества, а также членом Социально-экономического совета ЭКОСОК при Организации Объединенных Наций с 1997 года, учредителем и членом Арабской системы национальных организаций развития в Египте с 1999 года. Подписано 93 соглашения с организациями, агентствами ООН и зарубежных стран местными и донорскими организациями. Филиал Катарской благотворительной организации – это гуманитарная организация по развитию, занимающая лидирующие позиции, состоящая из людей, владеющих отличными человеческими навыками для достижения самого сильного эффекта доступными средствами. Поддержка наиболее нуждающихся социальных групп на основе принципа уважения человеческого достоинства и социальной справедливости. Мы ценим принципы гуманизма. Катарская благотворительная организация является международной неправительственной организацией, независимая от других стран и основана согласно закону государства Катар. Катарская благотворительная организация оказывает помощь, невзирая на их принадлежность и различия в языке, цвете кожи, идеологических убеждениях, политической позиции или других отличительных черт. Наше стратегическое направление в сфере образования – построить школы и оснастить их оборудованием, оплачивать стипендии одаренным ученикам, с тем, чтобы они после школы продолжили обучение в университетах. В сфере здравоохранения – построить медицинские центры и оснастить их оборудованием. Проводить добровольные медицинские акции по профилактике болезней совместно с правительством Кыргызской Республики и с работающими в этой сфере организациями гражданского общества и организациями под эгидой ООН. Водоснабжение и оздоровление. Вносить свой вклад в уменьшение количества граждан, лишенных доступа к питьевой воде, совместно с государственными органами и с работающими в этой сфере организациями. Малые доходные проекты. Обеспечение и поддержка уязвимых слоев, в частности сельской местности, для получения беспроцентных кредитов и доходных проектов, согласно законодательству Кыргызской Республики. Социальное обеспечение. Катарская благотворительная организация будет работать в этой сфере в координации с государственными органами, специализирующимися в данной сфере, оказывая заботу сиротам, вдовам, нуждающимся семьям и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставляя доходные проекты, либо выделяя ежемесячное денежное пособие, строить дома и оказывать другие помощи. Чрезвычайные ситуации и спасательные работы. Человечество противостоит многим вызовам и кризисам, таким как война, конфликты и природные катаклизмы, которые вынуждают присутствовать нас для облегчения положений пострадавших. Партнерство. Катарская благотворительная организация подписала ряд договоров о партнерстве с гуманитарными организациями для предоставления эффективной помощи. Некоторые из них. Верховное управление по делам беженцев, UNHCR, Всемирная продовольственная программа, WFP, Международная организация по миграции, IOM, Продовольственная и сельскохозяйственная программа, FAO, Детский фонд, ООН, ЮНИСЕФ, Отдел по координации гуманитарных вопросов ООН, ОСНА, ОСНА, ОСИХА, Программа развития ООН, UNDP, Агентство по спасению и трудоустройству беженцев, UNRWA, UNRWA, Соглашение с Исламским банком развития IDB, Организация ИСЕСКО, ИСЕСКО, Всемирная организация здравоохранения WHO. Согласно стратегии 2015-2019, где основное место занимает ведение дел за границей, согласно международным стандартам, Катарская благотворительная организация приняла решение открыть свои полевые офисы. Кыргызстан был в числе стран, в которых организация открыла свой офис в 2017 году и официально была зарегистрирована в мае 2017 года. Катарская благотворительная организация предоставляла социальные, медицинские и образовательные услуги, а также услуги по снабжению питьевой водой,
предоставляла доходные проекты для большого количества семей. Количество получивших помощи от катарской благотворительной организации достигло с 2013 по 2017 годы приблизительно 300 тысяч человек, а стоимость этих проектов достигла приблизительно 3 миллионов долларов США. Наш девиз – «Вместе к лучшей жизни». Мы стремимся к миру, которого наполняет надежда и в котором нет бедности.